У танцевального коллектива «Маринка» богатая творческая биография. Ансамбль существует с 1989 года. Многие одинцовцы обучились основам классической хореографии, а также современным и эстрадным танцам именно здесь, в стенах культурно-спортивного центра «Мечта». «Маринка» каждый год участвует во всероссийских и международных фестивалях, регулярно выступает и в нашем городе. Вот и в честь открытия нового танцевального сезона коллектив подготовил праздничный концерт. Сегодня у нас концерт, который называется «Встреча друзей». Это первый отчетный концерт в этом сезоне. Так что можно сказать, что мы открываем сезон этим концертом. В году мы проводим 3 отчетных концерта, и сегодня первый. Посмотреть концерт приехали бывшие участники шоу-балета, родители и друзья танцоров, представители других творческих коллективов и просто поклонники танцев. Гостям представили новые номера, подготовленные ансамблем этим летом во время творческих каникул в Болгарии, а также авторские танцы, которые придумали сами ученики. Танец – это язык, понятный во всем мире, не знающий границ и условностей. Это возможность познать себя и других, поделиться своей радостью. Или зачем еще люди танцуют? Чтобы раскрыть свой талант в танцах, научиться красиво танцевать и гастролировать по миру. Представить себя другим людям, показать, что ты на это способен. Чтобы показать свой талант, чтобы они танцуют, когда у них душа поет. В шоу-балете «Маринка» в первую очередь мы танцуем для радости. И дети, которые приходят к нам, мы надеемся, становятся немножко счастливее. И в первую очередь танец – это не танцевальные комбинации, не просто заученное движение. Танец – это состояние души. На новый творческий сезон у шоу-балета «Маринка» большие планы. Участие в фестивалях и конкурсах, подготовка интересных и оригинальных номеров. Дарья Киреева, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».